Здравствуйте, уважаемые судьи и зрители. Я художник-аматор Гладун Лариса Алексеевна. Мне 69 лет, я из Киева, Украина. Рисовать я начала сравнительно недавно, всего 6-й год. Просто раньше не было времени, я работала. Геолог первой категории, занималась поисками нефти и газа, воспитывала двух детей, сына и дочь, и 4 внуков. В результате стрессовой ситуации у меня возникло большущее желание нести людям позитив, добро, теплоту. И я взяла краски, холст, кисти и начала рисовать. Первоначальные работы я делала маслом. Несмотря на то, что я нигде не училась, работы стали вроде бы получаться. Правда, первая работа, кому не скажи, сохла больше месяца в связи с тем, что развела я краски оливковым маслом. В связи с тем, что моя дочь не переваривала запаха масла, мне пришлось рисовать акрилом. Но акрил мне тоже очень нравится. Это материал довольно быстро сохнущий. Ну и мне выполнение этим материалом работы очень даже подходит. Значит, в конкурсе я участвую впервые. В связи с войной я живу на Кипре, хотя, в принципе, я из Киева. В данном случае мне захотелось нарисовать Михайловский Златоверхий собор. Это первый собор, Златоверхий, который вообще действующий собор в Киеве, построен в честь архангела Михаила, небесного покровителя Киева. Начало строительство сыном Ярослава Мудрого, Святополком Изяславичем, 1108-1111 года. Но в 1930 году он был разрушен и восстановлен только в 1997-98 годах на том же самом месте. Это действующий собор. Он довольно красивый. Вот я его изобразила в таком виде, в котором он существует в данное время. Ну и предоставляю вашему вниманию. Этот конкурс у меня первый, так что прошу не судить строго. Спасибо за внимание. Смотрите мою работу. Я надеюсь, она вам понравится. Вот она.